Центр занятости населения Сочи сегодня работает не в авральном, но в активном режиме. Безработных все больше, а вот вакансий все меньше. Спрос на работников, как известно, сократился. Потребность осталась лишь в горничных, поварах, сантехниках, электромонтерах, медсестрах, рабочих зеленого хозяйства. Чтобы устроиться в это нелегкое время на работу, сочинцы взялись за учебу. Поток людей, конечно, увеличился, и в том числе и на профобучение желающих. Вот, буквально мы принимаем порядка 10-15 человек в день, которые хотят пройти обучение. Если человек прошел подготовку профессиональную или переподготовку, ему легче найти работу. Риски потерять работу сегодня есть у всех, отмечают аналитики. Продажи падают, издержки растут, пик безработицы еще впереди. Поэтому еще одна профессия с условием, что она востребована на сочинском рынке труда или тоже сертификат о повышении квалификации – это своеобразная страховка для соискателя. Тем более, что все курсы по профобучению, которые длятся от недели до полугода, для сочинцев совершенно бесплатны. Я инженер-эколог по образованию, высшее техническое образование, ну, узкая специализация, поэтому пока трудновато. Я готова переквалифицироваться на другого специалиста. На сегодняшний день от занимаемых должностей освобождено 300 горожан. Еще столько же лишатся работы в ближайший месяц. А вот 1500 вакансий, имеющихся в базе центра занятости, не помощники в борьбе с безработицей. Безработных активно принимают работодатели, которые вновь открываются. Вот эти более активно принимают к себе. А, к сожалению, все остальные на сегодняшний момент у них идет какая-то стагнация. Все-таки кто-то открывается еще сегодня? Да, да. Регистрируется много ООО. Вот. И, к сожалению, не все доходят в центр занятости для сдачи отчетов. Но хотелось бы, чтобы они все обращались именно к нам за предоставление госуслуги. О том, что помогать безработным в поиске работы стало сложнее, говорят и сами специалисты биржи труда. Неутешительную новость сегодня в очередной раз сообщили и оператору котельной Алексею Марченко. Работал около года на паросиловом цехе, на мясокомбинате, оператором котельной 4-го разряда. Попал под сокращение, на сегодняшний день ничего не нашли, признали без меня официально безработным. Если не в поиске работы, то в переподготовке. Здесь, разумеется, готовы помочь не только сочинцам, попавшим под сокращение, но и инвалидам, пенсионерам, а также молодым мамам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком. Программа поддержки работает и для начинающих индивидуальных предпринимателей. Им, кстати, гарантирована и материальная поддержка. Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.